Я хотела давно поснимать Семеновское. И у нас детский городок классный есть. И вот мы тут так совпало. Более-менее хорошая погода, солнечная. И мы с Димой на Семеновском. И поснимаю вам Семеновское. У нас парк Семеновское озеро. А то потом снег выпадет и будет не до этого. Снимаю, вот. Вот, и детский городок. Видно меня? Ну все, пойдем? Пошли. Сначала идем в детский городок. Вот, классно сделали там. Я там была в феврале. Мы с Димой пошли как-то в этот... Нет, или это было на мой день рождения в марте. Нет, в феврале мы ходили. Мы сначала пошли в детский городок, погуляли, я хотела его посмотреть, а потом пошли на каток. Было прикольно очень. Вот отсюда уже видна церковь. Храм. Храм. На Спаса на водах. Я там крестилась. Уже несколько раз в роликах, когда мимо проезжали на машине, я, ну, рассказывала. К нему тоже подойдем. У нас есть очень красивые с Димой свадебные фотки на фоне этого храма. Дима, ты будешь что-нибудь комментировать? Ты не блогер, да? Нет. Кстати, классно, что у меня уже подписываются люди, 24 подписчика. Если учитывать, что из них одна моя сестра, одна племянница, то все остальные абсолютно мне незнакомые люди. Приятно с вами познакомиться. Ну что, заходим в детский городок «Сказка». Вот. Вот он работает, он абсолютно свободный вход. «Сказка». Находится напротив Семеновского озера у нас в Мурманске. Вот, и мы заходим, и смотрите, как у нас здесь сделано. Нас встречают вот такие грибочки. Вот. Один грибочек. Вот другой. Вот видите, какой червь там выглядывает. Вот такой грибочек. Ну, тут очень интересно с детьми. Но так как я у Димы как ребенок, то, конечно же, я здесь в свое время тоже везде нафоткалась. Вот. Смотрите, черепаха-тортилья с буратино. Кстати, не один раз были замечены вандалы в виде подростков, которые ночью сюда проникают и тут хотят все громить. Вот. Какой у нас буратино. Черепаха-тортилья. Тортилья. Итальянское такое это блюдо, тортилья. Вот. Ну, а теперь, смотрите, для вас загадка. Это избушка на курьих ножках. Кстати, Дим, иди сюда, поснимай меня. Почему, как вы думаете, здесь висит цифра 51? Нет, ты не говори, это загадка для зрителей. Почему висит цифра 51? Вот, ну кто из Мурманска, тот сразу догадался. Вот, а кто из других областей, пишите свои догадки. Сейчас подождите. Стань тут. Я? Да, с камерой. Снимай это окошко. Сейчас. Дорогие мои телезрители, снимаю для вас выпуск из детского городка «Сказка». Меня хоть видно, Дим, посмотри. Да, 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 видно, видно. Рада вас приветствовать. Заходите на огонек. Не выключаю. Поснимай, поснимай. Микс-то. Ага, баба-яга. Как чтобы интересно было смотреть, ага. Сейчас у вас оператор Дима, меня поснимай, да? Сейчас у вас оператор Дима, вот сейчас поснимай еще. Вот Баба-Яга. Опасно сделано, да? Сделано очень качественно, очень круто.
Конечно, залезать сюда не стоит. Ты смотри на камеру, чтобы все было видно. Да, видно, видно. Вот, идем сюда. А теперь, как вы думаете, что здесь? Здесь у нас сказка 12 месяцев. В камеру смотри, чтобы все было видно. Так, это у нас, давай угадывать. Это у нас, как ты думаешь, август или сентябрь? Тут написано, что ли? Я думаю, это июль, да? Угу. Это август. Угу. Когда у нас сбор урожая? Ну, как раз, да, в августе. Потом, вот это, наверное, декабрь, Новый год. Нет, вот это, наверное, ну, да, это декабрь. Это, наверное, январь. Я снял снова. Да. Это у нас, наверное, декабрь. Да? Нет, это у нас февраль. Вот тут Новый год остается. А тут у нас, наверное, январь. Ваши версии тоже пишите. Это у нас, наверное, февраль, потому что уже птички в гнездышках. Но он еще такой с бородой и такой морозный еще, да? Но уже птички тут гнездятся. Это уже перед весной. Так. Господи, я в марте родилась, это март, совсем хлипенький. Сейчас посмотрим май, Дима, какой будет. Вон май, бухает. А, это, наверное, подожди, если это март, это, наверное, апрель. Не, по марту кошки гуляют, вот, наверное, март. Вот, сними меня с мартом. Кошечки такие, мяу. Где же у нас май? А тут 12, раз, два, три, четыре. Наведи на все так, проведи раз. Дим, смотри в камеру, чтобы видно было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Давай какой тут май-то? Май. Ну, это у нас сентябрь. Вот это сентябрь. С грибами. Хотя грибы... Это у нас они еще в сентябре идут. А где май, интересно? Это птицы гнездятся не в мае? А летние месяца где? Ну, вон лето одно. Не, вот это летний, вот это май. Ой, это март. Это гнездятся. Короче, не знаю. Май я не вижу, Дим. У тебя нет май. А это кто? Это что кто? За баба? Что, ну, за баба? Это она пришла к этим... по сказке-то. Подснежники собирать, помнишь? Из сказки подснежники. Она должна была найти 12 месяцев, чтобы найти эти... Кстати, смотри на экран, чтобы время не прошло, чтобы я заново включила. Сколько там осталось? 21.12. А, ну все, пойдем дальше. Так, ну что, идем дальше на экскурсию, ты на меня наводи. Вот, пойдем тут пройдем. Мне нравится здесь. Вот. Пойдем скорее. Эту композицию я называю в честь моего мужа, Дима. Называется «Над златом чахнет». Золото, золото. Ты как-нибудь сверху у меня так, золото, чтобы интереснее было. Смотри. Мое золото. Видишь, такие слитки. Она на него наведела. Классный. Сделано очень круто. Из какого? Из чего? Бетон. Это? Бетон, да? Бетон, цемент. Что это еще? Смотри, уже снежок на зеленой травке. Тоже так поснимать. Идемте дальше в наши прогулки. Ты так наводи куда-нибудь, чтобы что-то смотреть. Ну, здесь у нас очередная сказка. Вспомнишь сказку? Про лягушку, ой. Давай. Как сказка какая? Лягушка? Ну. Мышка. Мышка. Помнишь сказка «Пусти меня в домик», ну. И потом пришел вот. Лисичка и всех выгнал. Да, да, да. Не лисичка, ну да. Вот это у нас Иванушка-дурачок. Ну это в честь меня. Видно там? Угу. Ну, мне нравится, как сделано. Очень классно, качественно, ярко так сделано. Да. Вообще как бы написано, что садиться и виснуть нельзя. Вон, прочитай, запрещается. А-а-а. Что запрещается? Смотри, котика. Смотри на котика. Смотри, какой котик сделан. Угу. Прям такой натурел. Поближе его сними.
классный. Рыжий котяра. А тут у нас вот сказка всеми известная о красной шапочке. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вон, не, ну все классно сделано. Это как прям выглядит как под дерево. На самом деле это не дерево. Пойдем дальше. Ну что, о, не, вот это. Но это я, конечно, считаю, что сделано не очень качественно, но это прикольно. Дерево само, это из Пушкина, а на ветвях русалка сидит. Из Пушкина. Конечно, дерево, так, замри, поснимай. Так видно? Да, пойдемте поближе. Вот, смотри, что запрещается. Залезать, прыгать, виснуть, сажать детей. Ну, я не ребенок, меня можно. Дерево очень крутое. Но русалка, вот ее лицо сними. Такая она забавная. Но дерево очень крутое, классно сделано. Да и сама, если русалка, конечно, тоже качественно сделана. Городок сделан очень офигенно. Потом, о, тут какой-то рюкзаке остался. Это кот, который тоже из Пушкина. Как он называется? Ученый. Кот Баюн? Ученый. А, кот ученый. Считает... Баюн, ты откуда взяла-то? Баюн, Баян. Баюн, есть такое что-то. Кто-то Баюн там. Потом. Поснимай, поснимай, Дим, на воде не будет. Да. Вот, попрощаемся с русалкой. Идем дальше. Теперь у нас что за сказка? А, Маша и медведь, смотрите. Ну, Маша тоже сделана не очень удачно, конечно. Вот, Маша. Да, такая она Маша, прям бабушка Маша. А медведь, ну, тоже медведь, если честно... Такой с рыбы прям. О, прям на, типа это сделано. Прям, смотрите. Как он называется? Поплавок. Вот так вот прям снято. Не, ну они, конечно, не очень похожи, но старались, но не очень получилось. Но прикольные все равно. Так, потом у нас есть это леший. По-моему, леший, да? Ну да, леший. Там у нас, вон, голова этого. Голова богатыря. Дим, встань с ним рядом, сейчас сфоткать с ним. Смотрите, как классно эта голова сделана. Очень качественно вообще. Ну, конечно, если честно, сделано много скульптур, но по ним не полазить, не потрогать. Смотрите, как офигенно сделано, масштабно. Дим, встань, чтобы я рост сравнила. Давай ты встанешь. Давай. Вот, покомментируй. Дим, покомментируй. А сколько у нас больше? Два раза. Не, в два. По росту два? Я даже не дотягиваюсь до этого мужчины. Идем дальше. Очень круто сделано. Я считаю, что наведи на меня. Вот, остановись. Да, я считаю, что сделано, конечно, классно, но очень мало локаций, чтобы дети побегали. Понятно, что им это все хочется потрогать, побегать, и они в такой доступности. Надо было, может быть, побольше интерактива сделать, то есть сделать это все в качестве каких-то там качелей, пещер. То есть вот этого, например, богатыря можно было сделать, то, что там какая-то пещера, и туда залезаешь, вылезаешь, лестница какая-то. Ну, потому что все очень красиво, но если бы это был парк прогулочный, то да. А так это детский городок, и детям, естественно, хочется все это потрогать. Ну, тут вот такие две башенки. Они не, туда нельзя заходить. Закрыто. Да. О, лягушку сними, смотри. Смотрите, какая классная лягушка. Сюда подай, вон с той стороны встань. Вот такую лягушку Дима когда-то поцеловал 7 лет, но она в принцессу не превратилась. А это Дима. А это лягушка. А лягушка стала все больше и больше.
Если бы вы видели сейчас лицо Димы, а лягушка макушка, все больше и больше. А он ее целует, 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 целует. Она не превращается. Я сейчас камеру выключу. Вот тоже такое, смотрите, какое классное. А все так еще, все сейчас так тает, выпал снег, как будто реально весна выглядит. Ну, с детьми, конечно, здесь погулять очень здорово. Только для чего вот на беседке на виде? Для чего вот эти беседки? Просто присесть? Ну да. Ну явно не манго, это тоже грибок. Так снимай, не беги, чтобы люди как-то посмотрели его. Вот так вот. Вот тоже классный. Поганка какая-то. Бледная. Поганка живая, смотри. Бледная поганка. Ага. Такая страшная. О, а вместе, да, не хочу там фоткаться. Что там еще есть? О, вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Сними. А вот это уже из дерева, кстати. Лакированный. Угу. Как там? Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Послал кусочек сыра. Она, что-то схватив его на ветку сгромоздять, ну, дальше я не помню. Мы учили в педколледже, но я не помню. Вот лиса, прям такая лапочка. А ворона что-то немножко прям безумненькая. На это, на мордочку на виде. Но это все из дерева, очень классно вырезано, прям, смотрите. Это все деревянное. И лиса тоже деревянная. Что, куда еще дальше? Ну, а дальше идет уже такая более интерактивная часть. А тут уже, ну тоже, кстати, вот тоже деревянная сова. А тут маленький совета. Не, очень все вырезано. Это все дерево прям. Смотрите, как классно вырезано. Вот эта работа, конечно, хорошая, качественная. Ну, а тут уже идет такой городок. На виде вот на этот. Тут можно побегать, попрыгать. Тоже, смотрите, деревянный. Пират с попугаем. Флинт. Ага, очень такой добродушный прям. Очень классный. Такой, смотри, какой этот карабин прям такой классно сделан. Так, ну что, идем дальше. Вот, смотрите, какая веселушка, старушка-веселушка. Ой, блин. Ой. О, классно. Пластмасса? А это из чего? Пластмасса. Так, вообще классно сделано. Пойдем там дальше еще какие-то эти. О, пойдем, пойдем. Я водяной, я водяной. Я водяной, я водяной. Что-то как там поется, Дим? Я водяной, и жизнь со мной, и я поганка. Как-то так. Дима, ну ты все песни знаешь. Я водяной, я водяной. Ну, тут такой городок для детей. Полазить. Бегать, прыгать вообще классно. Детей до 7 лет, Дима. Угу. А это кто? Гномик, да? Дим, кто это? Да я не знаю. Не могу знать. Так, телезрители, кто это? Вот это царь Дидон. Это, наверное, мудрец какой-то. Это его дочка. Это логично. Это прям такая красотка. Это из мультика, это летающий корабль. Это прям красотка такая. А это Иванушка-дурачок, который всех спас. Там время еще есть на дисплее? 9 минут. 9 минут? Пойдем дальше. Ну и дальше у нас классная... Осторожно. Ага. Дальше у нас классная композиция, которую я обожаю, которую я бы сама поползала бы. Это у нас дракон с тремя головами. Змей Горыныч.
Да, Змей Горыныч, точно. Даже название не смогла вспомнить. Смотри, как масштабно, прям задери, да, так покажи. Да я показывал. Ну, они посмотрят еще будет. Смотри, побудем дальше, смотри. Тоже деревянная, тоже обрежь семей. Смотрите, как классно, кот такой и бабаёшка. Видно, видно. Так, а тут еще был Дуни Степа, кто он делся? Там дальше, по-моему, был. Офигенный, конечно, дракоша. Классный. Это у нас три богатыря, это у нас, да? Это у нас три богатыря. Всем богатырского здоровья. Как их зовут, Дим? Илья Муромец, Алёша Попович. Вот это как кто? Да откуда я знаю, кто это? Там же не написано, кто он. Ну, пупсик, давай предположим. Не знаю. Это кто? О, вот это вообще. Как это такое? Тут я совсем уж маленький. Вот. Он у нас даже снова. Во сколько раз у меня больше? С половиной? Да. Видно, да? Видно, видно. Ну вот, такой обзор мы сделали. Тут такая площадка, тут сцена, иногда праздники проходят. Мы еще тут ни на одном празднике не были. Это для малышей совсем, наверное, лет до 5. Ну, полиция. Пожалуйста, вам этот городок сказка на ладони. Вот, очень красивый, очень качественно сделанный. С детьми его приходите. Даже взрослым прогуляться здесь прикольно. Ностальжи. А впереди вон уже церковь. Вот это для... А давай камеру поставим, прокатим ее еще. Да не надо. Залезай. Не, это для малышей. А что ты? Не, мокро мне. Не хочу, мне плохо. Давай я. Сейчас начнут. Давай тебя прокачу. Ну не надо. Вот впереди вон церковь уже Спаса на водах. Так, ну что, мы на Семеновской идем или на в церковь? Пойдем в церковь? Ну пошли в церковь. Мы сходим в церковь, зайдем туда, поставим свечки, там тоже прогуляемся, там красивый вид на город. Ну все, вот такой обзор городка. Надеюсь, вам понравилось. Нам повезло опять с погодой, на удивление Димы выходной. И мы, как сказать, все подрастаяло, то ночью выпал реально снег. Вот такой городок, очень классный, качественный. Надеюсь, его не разгромят. Суперски. Когда выходишь из этого городка, детского городка сказка, с тобой тебя провожают вот такие рыцари. Ну, это не настоящие, но выглядят прям очень качественно. Приходите, очень интересно. Сейчас идем в церковь и на маяк.